Привет, друзья! Я нахожусь на выставке Fresh Hi-Fi and Vinyl Show в городе Санкт-Петербурге в отеле «Экспресс Садовая» на улице Садовая, 62. Вот, ничего не перепутал. Я хочу вам представить наш самый свежий релиз. Это «Мистерия», это называется. Ленинградский джаз-ансамбль под управлением Анатолия Вапирова. Это пластинка виниловая, вышла в 1978 году, и как-то она потерялась в океане музыки другой, а вообще-то это просто бриллиант, шедевр. Это такая смесь джаз, фьюжн, прок, фолк, естественно, болгарские мотивы, потому что, во-первых, он болгарин этнический, несмотря на то, что родился в Советском Союзе. Вот. В общем, да, и это все записано с оригинальной мастер-ленты. Вот вообще так никто не делает в мире. Прошу обратить на это внимание. Вот. Ну и приходите на выставку, вы это услышите, так сказать, увидите воочию и услышите, ну, сами догадаетесь как. В общем, включаю, ждем вас. Thank you.